В Архангельске сегодня работал зампред правительства страны Юрий Трутнев. Вице-премьер возглавляет оргкомитет по подготовке к форуму «Арктика. Территория диалога» и лично курирует ход работ. Сегодня Юрий Трутнев осмотрел площадки грядущего международного события. Алексей Карельский с подробностями. Если для кого-то театр и начинается с вешалки, то точно не для Юрия Трутнева. В зрительный зал вице-премьер прошел не раздеваясь. Впереди еще много объектов для осмотра. В Архангельском драматическом состоится пленарное заседание форума «Арктика. Территория диалога». Основная часть программы на базе САФУ. Председатель оргкомитета по подготовке к грядущему международному событию осмотрел корпуса вуза и прилегающую территорию. Видно, что в процессе подготовки развивается город. Университет развивается, вот некоторые здания приводим в порядок аэропорт. Вместе с тем, на совещании, которое подытожило рабочую поездку вице-премьера, Юрий Трутнев высказал ряд замечаний. По его мнению, например, форуму не хватает выставочных площадей. Одним из вариантов решения вопроса мог бы стать дополнительный павильон. Если все сейчас сложится и будут оценены все финансовые и инфраструктурные последствия, новый выставочный комплекс, пусть даже и из легкосъемной конструкции, может появиться. Но в любом случае стоит задача о развитии мощностей и возможностей университета. Над этим, с учетом сегодняшнего совещания, нам предстоит работать, потому что окно возможностей открыто. И поручения, которые даны сегодня, в том числе и федеральным ведомствам, позволят нам насыщать инфраструктуру красивыми зданиями и объектами. Подобный импульс к развитию, по словам Юрия Трутнева, хотят получить и другие арктические регионы. Поэтому за право принимать форум в 2021 году Архангельску придется побороться. Мы постараемся сделать прозрачный конкурентный процесс для того, чтобы определяться по его результатам, где нам дальше проводить форум. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29.